ходе обследования береговой полосы установлены палатки отдыхающих. По словам отдыхающих, доступ был свободный. На подъезде к земельному участку размещен шлагбаум, который ограничивал доступ транспортных средств. А также не выявлено какого-либо ограничения доступа к физическим. То есть законодатель у нас не говорит о том, что именно транспортные средства должны быть допущены к водному объекту. В настоящий момент решается вопрос о выявлении официального предостережения директору зоопромтовары о недопустимости нарушений федерального законодательства.